Конор или Хабиб? Конор. Барселона или Реал Мадрид? Барса. Apple или Xiaomi? Apple. Любовь или деньги? Любовь. Красота или ум? Ум. Кола или Пепси? Пепси. Бэтмен или Джокер? Бэтмен. Гости или Queens? Queens. Метро или такси? Такси. Оптимист или пессимист? Оптимист. Спать или есть? Есть. Кошка или собака? Собака. Сын или дочь? Сын. Мерседес или BMW? Мерседес. Лада или Шевроле? Шевроле. Крафферс или Нестле? Нестле. Плов или суши? Плов. Месси или Роналдо? Месси. Трамп или Путин? Путин. Готова ли честно отвечать на все вопросы? Готова. Сколько тебе лет? 24. Ты в отношениях или свободна? Свободна. Какой ты национальности? Узбечка, таджичка. Кем работаешь? Актрисой. Какое образование? Высшее. Что ты делаешь лучше остальных? Танцую. Какое у тебя было прозвище в школе? Бровь, потому что у меня были густые брови. Сколько тратишь денег в месяц? От 1000 до 5000 долларов. Сколько зарабатываешь? От 500 до 5000 долларов. Самый дорогой подарок от мужчины? Машина, но я не приняла. Три любимых модных бренда? Gucci, Louis Vuitton, Jimmy Choo. Ты обеспечиваешь родителей? Нет. У тебя есть машина? Да. Сама купила? Да. Какой у тебя телефон? iPhone 11 Pro Max. Это подарок? Да. Веришь в гороскопы? Нет. А в Бога? Конечно. Веришь в инопланетян? Нет. Ходила к экстрасенсам? Было один раз, но я отношусь скептически. Женская дружба существует? Нет. Дралась? Да, даже вызывали родителей в школу. Когда-нибудь первой признавалась в любви? Никогда. Тебе изменяли? Быть может, да. Ты изменяла? Никогда. Ты прощала измены? Если была бы уверена, что изменяли, то не простила бы. Тебя предавали? Да, предавали подруги, хотели занять мое место. А ты предавала? Никогда. На тебя поднимали руку? Было такое. Домогались? Было. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Не всегда дружба заканчивалась дружбой. Пробовала сигареты? Пробовала, но не курю. Во сколько лет первый раз попробовала алкоголь? В 5-6 лет дедушка дал попробовать. Употребляла наркотики? Никогда. Уводила парня у подруги? Не уводила, но моя подруга думает, что я увела. Приставали девушки? Каждый день почти пристают. Умеешь готовить? К сожалению, нет. Думала о самоубийстве? Было в подростковом возрасте. Какой у тебя был комплекс? Связан с весом. Ты красивая? Я очень самокритична. Материшься? Когда злая, да. Часто врешь? Бывает такое. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? 5. Ты одинока? Я люблю одиночество. Все мужики козлы? Все мужики, которые попадались мне, козлы. Могла бы встречаться с парнем, у которого есть инвалидность? Нет. Имеет ли значение для тебя возраст парня? Да. С милым рай в шалаше? К сожалению, нет. Если парень напишет директ, ты ему ответишь? Смотря какой парень напишет. Самый худший твой поступок? Самый худший мой поступок... Я очень хороший человек. Хочешь уехать? Я боюсь коронавируса. Самое трагическое событие в твоей жизни? Смерть моего дедушки. Давала взятку? Давала гаишнику. Как можно познакомиться с тобой? Через знакомых. Из-за чего ты чувствуешь себя несчастной? Из-за того, что у меня нет семьи и детей. Накручивала подписчиков? Никогда. Самый обидный комментарий? Сексисис. Самая неприятная ситуация в жизни? Когда парень украл с бардачка мой парфюм. Делала пластику лица или тела? Делала ямочки и только. Ты принцесса? Я королева.